Итоговое сочинение для школьников вновь перенесли, на этот раз на 15 апреля. Соответствующий приказ опубликовал Минпросвещение. Экзамен был назначен на 2 декабря. Затем дату меняли дважды. Изменения коснулись и резервных дней. Их назначили на 5 и 19 мая. Воспользоваться ими могут учащиеся, которые получили не зачет или не могли присутствовать по уважительной причине. Напомним, что итоговое сочинение служит допуском к ЕГЭ и учитывается некоторыми вузами при поступлении.